Плавная музыка и неспешные движения, которые вызывают умиротворенность и гармоничность. Это помогает любителям йоги зарядиться энергией, почувствовать свое тело и отметить международный праздник этого учения, которое распространилось по всему миру. В этот день в каждом уголке Земли выполняют единый комплекс упражнений, который был разработан правительством Индии. Он максимально простой, его может сделать абсолютно каждый. И как бы происходит такое единение, и люди как бы тем самым отдают дань этому наследию древней традиции Индии, которая позволяет обеспечивать комплексный подход к здоровью, благополучию человека, и что, в общем-то, является йогой. Фестиваль йоги в Самаре проходил несколько дней. Сначала тренеры проводили открытые уроки на нескольких городских площадках на свежем воздухе, а затем собрались в индийском культурном центре. Здесь к самарским любителям йоги присоединился и второй секретарь посольства Индии в России Харвир Сингх, который отметил, что Самара – прекрасный город для того, чтобы почувствовать гармонию и единение с природой. Когда мы собираемся в одном месте, это сделает обмен на энергию. И здесь так много людей, и я уже чувствую, что какие-то позитивные энергии здесь есть. Вы здесь, мы все здесь. И просто обменяем энергию. Йога, конечно, помогает нам, делает это быстро и лучше. Все участники встречи могли принять участие в розыгрыше полезных подарков от посольства Индии. Но главный итог занятия – это получение заряда энергии, которого хватит до следующего международного дня йоги. Андрей Горгуленко, Николай Епифанов. События.